Многие чудеса видел мир, но все это как тень и трава прошло, и как свеча угасла. Нет ничего такого, что могло бы сравниться с апостолами. Они были слуги Бога. Церковное предание гласит, когда 12 апостолов двинулись проповедовать Христово учение по миру, пойти с ними пожелала и Богородица. По жребию ей выпала Абазгия, страна на восточном побережье Черного моря. Апостолы протестовали, понимая опасность избранного пути, и решили в удел Божьей Матери отправиться тот, кого она выберет. Она выбрала своего пасынка Симона за ревностную приверженность христианству, прозванного канонитом. Рука об руку с ним отправился апостол Андрей, первым последовавший за Спасителем, за что и назван первозванным. В далекую провинцию Римской империи на Кавказ Андрей Первозванный и Симон Канонит пришли в середине первого века нашей эры. И сегодня, спустя 20 веков после этого события, свет истины по-прежнему озаряет древнюю землю Абхазии. Симон поселился в пещере на берегу речки Псырцка, жил в посте и молитвах. В древних абхазских притчах встречаются упоминания о святом Симоне, исцелявшем прикосновением руки различные недуги. Симон Канонит первым начал крещение местных жителей. Разумеется, римская власть, она не допускала подобного рода вещей. И он бежал в город, небольшой город Анакопия, или Никопсия, или Трахея, разные названия были Афона, где было в основном абхазское население, где он нашел этот приют и пристанище. Да? И, видимо, вот в этом общении апостола с этим народом, когда он услышал свет Христова, оно очень сильно укоренилось в сознании и в генетике, наверное, нашего народа, что так вот время не смогло уничтожить память об этом месте. В 55 году, когда начались гонения на христиан, Симон Канонит принял мученическую смерть. В 4 веке на месте его погребения близ Никопсии, нынешнего Нового Афона, была выстроена церковь Симона Канонита. Особая атмосфера этого храма – это, конечно, его древность. Безусловно, один из древнейших храмов на территории Абхазии. Ну, конечно, следует отметить, что в первоначальном, первозданном виде он не сохранился. Время делало свое, иногда перестраивался, разрушался и так далее. Но в основном, в целом, архитектура храма сохранилась. Вот та постройка, которую мы видим сегодня, она относится к 8, 9, 10 векам, ко времени расцвета христианства на территории Абхазии, когда абхазское государство было православным, его возглавляли цари. После того, как началось влияние Турции, храм пришел в запустение. И затем, когда монахи прибыли, стали основывать Новоафонский монастырь,
Разумеется, прежде всего они думали о возрождении и возобновлении этого храма. И в конечном итоге в 1882 году, в день памяти апостола Симона Канонита, 10 мая, или по-нашему 23 мая, храм был вновь освящен. И с того времени до закрытия этого храма, то есть послереволюционный период до 20-х годов, он действовал. Затем храм испытал все то, что испытали многие монастыри, церкви на всем постсоветском пространстве. Когда закончилась война, когда отдали монастырь, в 1994 году, 23 мая, было совершено первое богослужение в этом храме. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. После апостолов христианство в Абхазии не переставало развиваться. В IV веке апостольское учение здесь продолжили византийские патриархи. Создаются обширные христианские общины. Города Севастополь, Никопсия, Пицунда становятся центрами духовной жизни. В 325 году на Первом Вселенском соборе присутствовал епископ Пицунский Стратофил. Факт, красноречиво свидетельствующий как о влиянии Церкви Христа в Абхазии, так и о значимости этого края в христианском мире. Когда мы раскапывали в 70-х годах развалины храмов 4-6 веков, всегда возникал вопрос, а это место, где он служил, а где он жил, где-то уже он все-таки должен был жить. И вот благодаря уже времени, воле случая, мы открыли развалины неких строений, в результате которых мы сегодня по конструкции, по архитектуре и планировке этих стен можем говорить о том, что это патриарший дворец, в котором жил патриарх и епископ Пицунский Стратофил и жил рядом в этих сооружениях, которые нами сегодня выявлены. В середине VI века Абхазия вошла в состав Византийской империи. В это время шло реформирование церкви. Ни один из храмов Кавказа не пользовался таким уважением, как Пицунский собор. Особую роль сыграло то, что Пицунда была местом проповеди апостола Андрея Первозванного. В 1952 году, по преданию, вот на том месте, где пустырь был, ничего не было, но самое красивое место, наверное, когда они приплыли, апостолы Иисуса Христа, Симон Канонит и Андрей Первозванный. Вот. И на этом место избрали вот самое возвышенное. А здесь уже большое же городище было, торговое отношение с внешним миром. Даже уже до 250 тысяч жило этих жильцов, ну, торговый люд, купцы все со всего мира. И они, он когда прочел проповедь Андрея Первозванного, то уже начали, пожелали покреститься. И вот здесь первое крещение было. Ну, Андрей Первозванный пошел через Туапсе, Крым, Тавань, Псков, Новгород, Киев и пришел в свой родной город Патру, где был там повешен. А Симон Канонит пошел же в Новый Афон. У нас же три иконы здесь пицунских. Одна пицунская чудотворная здесь, да она у нас даже мироточила здесь, вот эта маленькая. Она в прошлом году на моих глазах 20 минут промироточила, такое было благоухание. И даже исцелила здесь одну женщину от этого, от менингита. Она промироточила вот так, с этой ножки от колена пошло мира. Вот так вот, пошло, и вот здесь капелька остановилась, благоухание было великолепное.
Видите, в горнем мире мать с Матерью Божией находится вместе Архангел Михаил, видите облако, Архангел Гавриил. А на земле, поскольку это первый удел земли, и видите, земля Божией Матери, Иверской, Пицунской, и Иоанн Креститель Предтеча, а с этой стороны, предстоящий перед нашим собором, Иоанн Златоуст. В Абхазии говорят, если сухум для страны ум, то лыхны – душа и сердце. В средние века здесь размещалась резиденция правителей страны. Сами же лыхнинцы, гордясь историей села, считают его вообще точкой отсчета абхазского царства. Здесь правители Абхазии из княжеского рода Чачба подписывали документы, определявшие ее судьбу. В 1806 году Кележбей Чачба обратился к Александру I с просьбой о присоединении Абхазии к России. Турки организовали заговор. В правящем доме начались сильные распри, и Кележбей был убит. Пришедший к власти его сын Георгий в 1808 году пишет новое обращение к русскому императору. И в 1810 году Абхазия вошла в состав Российской империи. Главный лыхнинский храм посвящен Богородице, как и в других исторических поселениях удела Божией Матери. Начало его строительства относят к V-VI векам. В XIV храм был украшен богатой фресковой росписью. До наших дней дошли лишь фрагменты ее. Мы с вами находимся у надгробия Георгия Чачба, при котором абхазы приняли подданство России. Он правил 11 лет, и все это время можно назвать смутным. В Абхазии тогда шла борьба за власть. Известно, что Георгий Чачба был умерщвлен от рук своих близких. После гибели Георгия его сын Михаил старался поднять авторитет абхазского княжества. Конечно, при поддержке русской администрации на Кавказе. С его именем связано возрождение христианства в Абхазии. В советские времена Лыхнинская церковь очень сильно пострадала. Ее превратили в склад для удобрений, и это разрушило практически всю роспись. Сейчас храм, у стен которого не раз решалась судьба абхазского народа, возрождается. Николай его он чтут все. Все его любят. Моква – еще один центр религиозной жизни древних абхазов. Отсюда река Моква, вот от этой реки Моква и само название,
села этого Мокры уже более 1000 лет. И храм тоже в честь этого села, вот Мокры. А отсюда река Дваб. Вот видите? Река. И он как на острове расположен. Здесь одна река вот идет, отсюда другая река. И вот здесь они там соединяются. Вот видите? Он там. Моквинский храм Успения Божьей Матери уникален для Древней Абхазии тем, что представляет собой единственный пятинефный вариант крестово-купольного храма. Собор этот был построен в годы правления абхазского царя Леона III. Это был расцвет абхазского царства. И вот тогда, это 957-968 год. Вот в 968 году он был завершен, строительство этого храма, и был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы. Храм этот царский, царь Леон III тоже погребен вот в этом храме. Здесь была учреждена епископская кафедра, и здесь был монастырь. Здесь вот 1000 лет тому назад это был монастырем, и здесь занимались в основном перепиской Евангелий и этот самый, ну, духовной литературы. Моквинский храм поражал тогда красотой и богатством. Мраморный иконостас и колонны, мраморный пол – все это великолепие подверглось разрушению во времена упадка царства. Восстановление Моквинской церкви связано с именем Михаила Чачбы. Храм стал местом упокоения его останков. Вот это вот надгробная мраморная плита владетельного князя Абхазии Михаила Георгиевича Чачбы. Его супруга здесь, да. Это там дочь его находится. Там, скорее всего, вероятнее был сын, но мраморная плита не сохранилась. Там владетельный князь Маршания. Тоже в Абхазии, он в русско-турецкой войне погиб. В 50-х годах 19-го столетия храм был отремонтирован, пол вымощен заново известняковыми плитами, с запада возведен предел, а на куполе сооружена маленькая ротонда. Фотография столетней давности. Он был покрыт черепицей, и купол завершался, вот видите, как не сохранилось, к сожалению, когда уже и купол верхний был снят, да, и черепица была содрана, и так вот были сбиты вот эти купола, вот, которые здесь есть. В 1902 году здесь был женский монастырь открыт. Вплоть до 30-х годов, до прихода советской власти. Вот советская власть пришла в 24-м году в Абхазию, но он еще чуть-чуть простоял, потом монастырь был закрыт. Скорее всего, он там, скорее всего, стоял хор, конечно. Хор, да. Наверху, наверное, певчие. Стоял хор, да, певчие, которые пели, да. Ну, скорее всего, наверное, князья и все, наверное, стояли тоже наверху. Тоже такая вот. Трудно, конечно, сказать, какая функциональная их была. В те 1000 лет тому назад, как здесь это функционально все применялось, мы когда проводим службу, исповедуем обычно вот этих здесь и там, да, исповедуем. Сам престол тоже каменный, очень древний такой. Очень редко сейчас, где можно встретить такой. Да. С вершины Иверской горы, раскинувшейся в полуверсте Новый Афон, как на ладони. Кажется, сама природа определила Анакопийской крепости быть защитницей народа и веры православной. Столетиями эта Нагорная крепость считалась самым мощным бастионом в Восточном Причерноморье. С юга, где склон горы пологий,
крепостная стена была укреплена 7 башнями. И сегодня впечатляет среди руин римская башня с сохранившимися бойницами. Одно из чудес Нагорной крепости – неиссякаемый колодец, привлекающий внимание паломников и туристов. Другое – часовня внутри храма на горе. Она сохранилась до сих пор. Ежегодно 26 октября в Абхазии празднуется День явления Анакопийской Божьей Матери. В этот день совершают крестный ход память одной из самых ярких страниц в истории Анакопийской крепости. В 737 году чудесное знамение спасло крепость от арабских завоевателей. В торжественной процессии вместе со священнослужителями и верующими со всей Абхазии участвуют паломники, прибывшие из разных уголков России и зарубежья. Когда абхазское воинство находилось здесь внутри, и эта крепость была осаждена полководцем Мурваном Кру, или Мурваном Глухим, как его прозвали, и была явлена икона Божьей Матери, потому что другого спасения в тот день, в том году не было, потому что численность воинства Мурвана в десятки раз превосходила воинство абхазское, находившееся в этой крепости. И была явлена эта икона. Поэтому эта икона – заступница нашей земли, заступница Анакопии и Нового Афона. Летописи сообщают, что за стенами Анакопийской крепости вместе с абхазами укрывались грузинский царь Арчил и его брат Мир с тысячей своих бойцов. Абхазского войска было 2000 человек. Неожиданно в стане арабов вспыхнула эпидемия, унесшая за несколько дней половину армии. Несмотря на это, Мурван предпринял жесточайший штурм. Крепость выстояла. Завоевательский план чужеземцев провалился. Благодаря этой иконе и благодаря нашему абхазскому воинству тогда была спасена и Грузия. К сожалению, сегодня приходится нам у этой же чудотворной иконы просить уже помощи от них, потому что их последующие руководители, те, кто сегодня возглавляет Грузию, ждут того часа, когда бы начать военные действия с тем, чтобы покорить нашу землю. Забывая о том, что это древняя христианская земля, забывая о том, что это здесь много древних святынь и икон, которые никогда не оставят нашу землю, никогда не оставят нас, и они нас спасут. И на сей раз, я думаю, что как в 8 веке враг будет посрамлен. Незадолго до призвания 12 учеников Христос, полный сострадания, смотрел на толпы, которые были изнурены и полегли, как овцы без пастыря. И Он дал им пастырей. Апостолы пойдут к этим страждущим, неся им духовное и телесное исцеление. Великим подвигом всей их жизни станет служение Богу и людям. И покуда стоит мир, апостольский путь будет продолжаться.